Я всех на свете побежду, Дюм. Я всех побежду. Кто-то сказал, что ты похожа на зефирку? Нет, ты первая. Но мне сказали, что я похожа на Барби. Барби! Hi, Барби! Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие для них это будет радость. И я постараюсь сделать так, чтобы никто из них не расстроился. Привет, друзья, с вами Типа СМИ, и мы находимся на фотомодель of Crimea. И сегодня не будут банальные короны, а будут вот такие офигенные статуэтки. Идемте за кулисы. Скажи, как долго ты старалась, так красиво красилась? Ну, минут 15. Изи. У тебя есть свой блог бьюти? Тикток. А, секретный тикток, ты про него? Да. Сколько у тебя там подписчиков, похвастайся? 1200. А в Roblox сидишь? Да. Каждый я тоже. Не волнуйтесь? Нет. Нет. Это какой ваш показ? Долго считать. Узули 6. У тебя? Больше 10. Долго вы этому учились? 4 года. В каком ты классе? В 6 перешла. А дроби решаешь? Да. Сейчас я тебе напишу, там, например, 1/3 умножить на 1/4. Сможешь решить? Не знаю, сейчас нет, наверное, потому что сейчас все внимание уходит на выступление. А за это тебе 5 ставят? Да. Вот это поворот! Кто-нибудь из ваших детей выступает? Нет, нет. Вы просто решили посмотреть на чужих детей? Да. Своих мало. Своих мало, мы решили чужих посмотреть. Всё, знаете, что здесь не короны? Здесь статуэтки, представляете? Ну, хорошо, вот девочки готовятся, а вы что делаете? Ну, я не девочка, я, получается, не готовлюсь, я приезжаю уже готов. Мероприятие будет крутое, все участницы, красавицы невероятные. Вот, сейчас в фойе проходит welcome drink, так много красивых людей я никогда еще не видел. Давай мясо, давай мясо! Сейчас прочь волнение, сегодня я не участница, сегодня я партнер, немножечко градус ответственности ниже. Супермодель Крыма. Слушайте, как хорошо, что такие мероприятия проводят и для взрослых, и для детей, что здесь можно отдохнуть, расслабиться, насладиться такими классными видами. Просто загляденье, ребята, это Крым.